чтобы создать флот, вам нужно на своем нике или на нике другого игрока нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Создать флот» и «Пригласить пилота». Если вы хотите присоединиться ко флоту, вам нужно выбрать «Штаб флота» и в разделе «Найти флот» к нему подключиться, если флот для вас открыт, доступен. Если же флот существует, но вы его не видите, значит для вас он закрыт. В этом случае нужно, чтобы вас пригласили во флот. Штаб флота – это меню для поиска флотов и удобного взаимодействия с пилотами вашей группы. Здесь существует три главных раздела. Мой флот, где вы видите всех пилотов вашей группы. История, где, как правило, пилоты вашей группы обмениваются различными данными. И поиск флотов, где можно найти для себя флот, созданный другими пилотами, либо создать свое объявление, чтобы ваш флот находили другие пилоты. Раздел «Мой флот» показывает всех участников флота и их полномочия, роли командующий, командир эскадры, командир эскадрильи. Вышестоящие по иерархии пилоты могут частично управлять нижестоящими. Например, переводить их корабли в варп-режим, в нужную точку. Также они могут создавать метки на целях, что помогает флоту действовать более слаженно. Звезда – это администратор флота. Может, не имея доминирующей роли, помогать в распределении ролей во флоте и приглашать исключать пилотов из флота. Также может создавать новую эскадру и эскадрилью, как остальные доминирующие роли. Раздел «История» – самый главный раздел, который должен быть всегда открыт у каждого участника флота. Настроен он должен быть на оповещение. Здесь пилоты сообщают друг другу различную информацию, например, о местонахождении, об обнаружении противника и много другой информации. Здесь же можно взаимодействовать с объектами, о которых тут идет речь. Это очень удобно и важно, что позволяет быстрее реагировать и выполнять задачи. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, свои кровные, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии» из любого удобного места. В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».